В городе Питтсбург, штат Пенсильвания, проходит Антракон – фестиваль любителей антропоморфных созданий, которых человечество придумало, вероятно, с первых дней своего существования. Это не просто фестиваль, а крупнейшее в мире мероприятие, на которое съезжаются любители этого развлечения. Оргкомитет Антракона декларирует: «Мы – собрание художников, аниматоров, писателей, костюмеров, кукольников и просто фанатов, которые любят животных из мультиков и их друзей». Первый Антракон прошел 20 лет назад в городе Олбани, штат Нью-Йорк. Потом он дважды переезжал и с 2006 года регулярно проходит в Питтсбурге. В прошлом году на конвенцию приехали более 7 тысяч человек, что втрое больше, чем в 2006. Люди, которые носят костюмы животных, называют себя фурис, от слова «мех». Вероятно, слово «фурис» можно перевести как «пушистики». Фурис захватили Питтсбург на несколько дней. Фестиваль начинается с традиционного парада, в котором могут принять участие все желающие. Можно прийти даже без костюма. Антракон регулярно жертвует часть своего дохода на благотворительные проекты, чаще всего на местный зоопарк, что вполне объяснимо.